Игре, то первые 15 минут никак не могли войти в игру, многое не получалось, никак не могли захватить инициативу, но после 15 минут я считаю, что уже безраздельно царствовали на поле, было большое преимущество, большое количество голевых моментов, и хочу сказать, что в первом тайме голевых моментов было больше, а во втором тайме была лучшая реализация. Несмотря на то, что мы там какие-то сделали замены по ходу встречи, все равно рисунок остался целостный, ну и в целом так, достаточно убедительный. Поддерживаем связь и как бы все время следим за их выступлением, потому что это наши футболисты и, наверное, одни из немногих футболистов, которые в аренде, которые имеют шанс вернуться, потому что все-таки те же молодые ребята, которые играют в низших лигах, ну, вернее, не играют, там, такие как Гапов, Яковлев, Микушин, то есть все-таки, мне кажется, им будет сложнее уже возвращаться в основной состав, поэтому, ну, я не думаю, что стоит их оценивать по контрольной игре, но в целом, конечно, мы в постоянном контакте находимся и со Степановым, и с Зуриком. Thank you.